Славгородский район, деревня Лесная. Этот населенный пункт известен еще 17 века, но настоящую славу приобрел в 18-м. 28 сентября 1708-го на этом месте русские разбили шведов. Шла Северная война. После Петр I скажет, битва на белорусской земле стала матерью Полтавской победы. Сейчас о тех событиях напоминают памятники и музей. Отлитый из бронзы орел – символ победы русских войск над шведскими у деревни Лесной. Приземлился гордый хищник на этом месте в 1908-м. В своих когтях он держит лавровый венок и вражеское знамя. В том же году возвели храм в честь святых Петра и Павла. Выполнен он в псевдорусском стиле. Основной материал – камень. Сегодня все объекты объединены в мемориальный комплекс. Ежегодно его посещают несколько тысяч человек из стран СНГ и Европы. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на нашей агроусадьбе «Пчелиное царство. Я королева пчела». И Трутень. Это уже агрогородок Ржавка, того же Славгородского района. И тут в прямом смысле медом намазано. Хозяева много лет производят полезный продукт. В 2017-м начали принимать гостей в программе. Интерактивная экскурсия, опиатерапия, то есть сон на ульях, мастер-класс по изготовлению свечей из ващины и многое другое. В 2021-м здесь приняли больше 2000 человек. Надо любить то дело, которым ты занимаешься, понимаете? Если ты не будешь это любить и не будешь вкладывать в это душу, то смысла нету, если просто ты будешь за какую-то прибыль. Если мы и получаем какие-то деньги, мы все еще дальше вкладываем. Мы, ну, то надо купить, это надо строить, то есть мы все вкладываем еще в свое дело. Еще один пример успешного вложения средств и сил – агроусадьба «Сырная долина». Молочный продукт местных умельцев любят и знают в Беларуси, России, Азербайджане, Нидерландах, Франции. Секрет вкуса прост – только натуральные ингредиенты. И все-таки главная жемчужина Славгородского района – голубая крыница, памятник природы. Он считается самым большим источником в Восточной Европе. Голубая крыница – место, овеянное легендами. Существует поверье, что если трижды перейти ручей туда-обратно, то можно приобрести крепкое здоровье и благодать. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч людей. Вояж по Славгороду и району – это всего лишь один из нескольких десятков туристических маршрутов Могилевской области. Сейчас фирма готова предложить различные направления. Активно продвигают родное и профсоюзы, в том числе помогают многим фермерским хозяйствам заявить о себе. Санкциями особо люди наши далеко никуда не поедут, да? Закрыты там страны некоторые, да, и боязно и опасно. Я думаю, что в Республике Беларусь есть что посмотреть, в том числе на Могилевщине. Мы будем, конечно, пропагандировать в первую очередь. Это наши родные просторы. Внутреннему туризму в нашей стране уделяют огромное внимание, начиная от законодательства, заканчивая финансированием различных проектов. Ведь что может быть благороднее, чем прославлять родную землю? Беларуси есть что показать и чем удивить. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.